На самом деле каждый день в лагере – это большой поток не только полезной информации, но и новых умений, которые каждый из нас получает. Например, сегодня мы встретились с классными ребятами из мастерской социального кино. Они нам показали и рассказали, и научили, как можно делать классные социальные видео, которые помогут сделать этот мир лучше, принести больше доброты в него. Еще нам рассказали очень много новой информации по поводу ВИЧ-инфекции и СПИДа. Каждый из нас имел возможность при желании пройти тест на ВИЧ-инфекцию. На самом деле, каждый день ты понимаешь, сколько возможностей перед тобой открывается и сколько полезного ты можешь донести людям вокруг тебя. Это классно.